Удивительная природа на мегалитах. Вот соседствует рябина и кедр. И удивительная красная рябина. Веточка с красными листьями. А вон там растет елка. Это начало северной стены. Нагромождение камней. Вот, кстати, нижняя каверна. Будет ли ее видно? Сейчас я попробую туда пробраться. Свечивает. А ну-ка вот так. Нет, не видно ничего. Вот. И на камнях растут деревья. Вполне развитые кедры. Вон Куюлюм, где мы были вчера. Вершина. Вот так вот все это и происходит. Корни прямо на камнях. Мох. Хвоя. И больше ничего. И растут кедры. А вот интересное сочленение. Вот как это объяснить? Почему именно вот так? Вопрос к изучению. А вот предположительно реликтовый мох. Вот он светится в темноте. Это надо будет проверить сегодня ночью. Вот так вот лежат блоки. Виден просвет на ту сторону. Вот так раскололось здесь. Вот снова фосфорицирующие мхи. Вот этот блок явно откололся и висит. Съехал на 10 сантиметров под своим весом. Немного нависает. Вот интересно, как спрашивается, вот этот камень попал сюда. Ага, вот место. Сейчас, минутку. Удивительно. Сейчас подойдем поближе. Игра природы. Тут какой-то комплекс. Тут однозначного ответа нет. Вот каверна. Причем она с нижней стороны. То есть, когда было разрушение, оно было стремительное, этот камень упал, а этот успел его, верхний успел его придавить. И он вот здесь застрял. И мало того, он его как бы поддерживает, вот этот верхний козырек. И какие интересные здесь мхи, как полосы.
Вот. Вид отсюда. А вот они, эти каверны. Так, вот интересное место. Нижний блок. Подошел, состыковался со следующим. На нем лежит другой блок. Если бы раскалывался гранит единым куском. А это отдельные элементы. Это лежат отдельные элементы. Интересно, вот эти вот места, это будущие расколы, как бы деформационные швы. Вот он здесь закончился, вот этот материал, структура, и уходит вот сюда, и как бы предпосылка к трещине. Интересно. А вот это вот, что получается? Вкрапление вообще другого материала. Интересно. Здесь опять предпосылка к разлому. Интересно, словно разнородные материалы, один, второй, третий, сочленение, и все они как бы примыкают друг к другу, но вроде как слеплены как пластилин из отдельных кусков, которые можно разъединить, либо увидеть места разъединения. И опять вот такие вот характерные плюшки под камнями, словно остатки скрепляющего раствора. Летняя природа. 18 августа 17 года. И такие выверты есть. Такие блоки. Ага, вот интересно. Характерные незавершенные такие щели. Ну не, или не щели, или предпосылки к разлому. И вот здесь горизонтальная гармошка лежит. Вот такого плана. Там пещерка. Достаточно хорошая пещерка. Ух ты! Здесь даже можно поставить палатку и жить. И никакая непогода не страшна. Так, видим прямые, плоские. Плоские блоки, как плиты. Интересно. Ну и по ним, как по салазкам, видимо, вот это вот каменюка съезжает. Вот здесь она уперлась. Ее, видимо, это задержало. Вот так вот все это расслаивается. Таким вот образом. Да.
Вот каверна. А в каверне растет один и второй кедр. Красота неописуемая.